Семинар «Практикум» собрал в стенах общежития номер 4 Брестского государственного университета имени Пушкина, активистов университета, а также лидеров Пинского колледжа, специалистов отдела воспитательной работы с молодежью. Основная цель таких мероприятий – оказание организационно-методической и информационной поддержки студенческим лидерам. Такая помощь благоприятно сказывается на работе студенческого коллектива. Здесь собрались ребята «Актив», и я уверена, истинные лидеры, кто неравнодушен судьбе всего нашего университета. И мне очень хочется, чтобы 2 дня наши прошли плодотворно, творчески, дружески, и пинчане с вами сдружились. И пусть они не пугаются, что мы будем говорить и рассуждать об университете. Я думаю, что и у них какие-то проблемы похожие есть однозначно. А их помощь нам тоже будет нужна. В рамках семинара «Практикума» предусмотрено огромное количество креативных тренингов, таких как поиск идей, азы психологической разгрузки и даже создание ток-шоу «Скажем откровенно». Такие мероприятия помогают формировать площадки для эффективного взаимодействия и продуктивного диалога студенческого актива различных учреждений. Тема семинара – это то, что современный студент, то есть современность и будущее нашей страны. И семинар направлен на формирование лидерских качеств в студентах, также на развитие их общественной какой-то деятельности, на создание базы какой-то для формирования диалога между студентами и администрацией вузов, для того, чтобы гораздо более эффективно велась работа именно в сфере студенческого самоуправления. Подобные мероприятия из года в год проходят интересно и ярко, тем самым помогая активистам формировать лидерские качества и саморазвиваться. 2 дня подарили не только хорошие обучающие мероприятия, но и активное общение, которое обязательно даст свои плоды в виде совместных проектов.